Академия в первую очередь уделяет основным аспектам стратегии развития Казахстана до 2050 года. Ну, в основе этой стратегии лежит идея создания успешного государства. То есть государство нашей страны, которое должно войти в 30 наиболее конкурентоспособных стран. Мы изучаем, наши ученые академии изучают тут мировые тренды. Это очень обсуждаемая проблема в мире вообще, проблема построения успешного государства. Ведь в истории, современной истории человечества есть страны, которые, обладая большими ресурсами, в том числе сырьевыми ресурсами, нефтью, газом, золотом, не смогли они построить вот успешное государство. Поэтому, конечно, мы, академии, ученые, вот вопросом методологической подготовки и обеспечения реализации стратегии 2050 уделяем большое внимание. Потому что успешность государства, прежде всего, зависит от эффективного управления государственного. А эффективное государственное управление, оно возможно только тогда, когда есть подготовленные, высокопрофессиональные, высокопатриотичные государственные служащие. Поэтому Академия — это специализированное учебное заведение, которое занимается подготовкой, повышением квалификации государственных служащих. И мы в целом вот всю нашу работу в 2013 году направили именно на то, чтобы обеспечить новые подходы в подготовке и обучении государственных служащих. Что нами было сделано в плане вот научно-методологического обеспечения реализации стратегии? Ну, прежде всего, мы перестроили все наши программы. Если программы обучения раньше были очень теоретизированными, оторванными от практики, то в прошлом году мы ввели подходы, и мы полностью пересмотрели наши программы, сделали их практикоориентированными, основанными на компетентностном подходе. То есть сейчас основная задача нашей академии и региональных центров обучения государственных служащих — это именно развитие компетенции. Такими компетенциями, как управление проектами, как управление персоналом. Есть новые подходы в развитии лидерских качеств у наших государственных служащих. Вот в этом направлении Академия в прошлом году, я считаю, добилась очень существенных результатов.